Всем привет, всем привет, меня зовут Максим, канал GG Family, смотрим игрушечку, это выживалочка какая-то, Inmate Survival. В общем, continue, какие, от первого, от третьего лица. Ну давай от третьего будем, ну это типа новая игра, хотя написали, что продолжить, но как-то не продолжить, это начало, только-столько самое начало. Что-то по скриншотам похоже на Rust, но какое-то очень бюджетное, очень кривенькое, очень некрасивенькое. Посмотрим, так ли это на самом деле. Может быть, тут не хуже гораздо, чем мы думаем. День 1 из 360. Время 8 утра. Это мое ХП. Это моя стамина. Соберите 10 ресурсов каких-то. На Е. Окей. Камешки будем собирать. Там какая-то крабик. Крабик. Мне надо прожить 360 дней. Или что? Крабика я могу собрать? Наступить на него. Оп. Нет. Нельзя. Веточка. Блин, надо было от первого лица, наверное, делать. А где звук, кстати? Кстати, да. Где звук-то игры? Игры звук где? Подожди. Аудио. А, понял. Все, звук есть. Звук есть, это уже полдела. Летают какие-то птицы. Так, ну ладно, радует, что это не динозавры никакие. Сколько мне еще надо? Это что? Это нельзя собрать? Птица, стой! Птица улетела. Так, где мне еще найти эти камешки там? Камешки и веточки. А что время-то, кстати, не идет? Ну не жадничай, дай мне еще один камешек. Вот это, кстати, тоже желтым подсвечивается, но я ничего не могу с этим сделать. Все, камешки закончились. Ладно, веточку нашел. Инвентарь на ай. Угу, хорошо, и что? Как отсюда выйти? А, скрафтите каменный топор, наверное, да? А, крафт. А, копье. Крафт. Это блок. Так, ты кто? А, птица. А сейчас время пошло. Время идет, когда я что-то делаю, что ли? Возьми, а как мне это взять? Сюда? Побейте дерево. Давай побьем. Точно дерево, точно не вот эту вот штуку. Ой, прикольно. Да, говорит, побейте дерево, чтобы добыть 5 веток. У меня даже кокосик есть. Кокосик есть. Убейте краба. А, крабик. А, вижу крабика. Крабик, стой. Бедный крабик. А, все взялось, да? Отлично. А, сделайте campfire. Campfire. У меня все хватает. А, E, place. Build. Офигеть, это так вот странно выглядит, если честно. Так, интеракт. А, мне нужно мясо. Как это сделать? Подожди. Ну, ADD wood. Теперь я могу положить, нет? Take meat. Cooking progress. Нет, подожди, как?
Да почему тап-то вообще? А, все, во, пошло, пошла готовка. Пошла жара, как говорится. Надеюсь, хватит мне досок. Они, кстати, заканчиваются очень быстро. Серьезная игра. Так, идем добывать доски. Странные деревья, мне интересно, они вообще падают? Ладно, кокосик упал. За кокосик спасибо тебе, дерево. Деревца. Все, вот так, я думаю, должно хватить. Сейчас приготовим мясца. Нож, кстати, у нас ломается. А мясца сейчас приготовим и съедим, я думаю, его. Take meat. Все, я взял мид. А можно как-то затушить тебя? Да, я забываю постоянно, как там. Дабл клик. Все, я съел. Отлично. А ты можешь собрать кокосы с пальмы. И можешь их выпить. У меня как бы есть уже. Ну давай, ладно, придется еще раз бить, чтобы засчиталось, да? Надеюсь, тут не по одному кокосику на эту, на дерево. Походу по одному. Надо другое бить идти. Это пальма? Пальма. А может надо смотреть, висят там кокосы или нет? Но я не вижу, по крайней мере. Кокосик. Давай падай. Они не падают, нифига. Если я просто попью его. Дринкин. Не засчитается? Блять, засчиталось то, что я выпил, а то, что я собрал, не засчиталось. Серьезно. Так, что я могу скрафтить из... Нужны камни, нужна веревка. Серьезно. Материалы, веревка. Так, пойдемте искать камни. Это я могу бить как-то? Нет, не могу. Не, ну это, конечно, дебилизм. Что обучение у меня засчитывается только... А вот в Seven Days to Die. Это, наверное, одна из моих любимых выживалок. Там... Это что такое? Не, не буду брать, потому что потом скажут, найди арбуз, а я его уже нашел. И опять буду бегать его искать. Где тут камень найти? Как сложно найти камни. Мне писали, что ты, типа, не закончил еще обучение, а побежал уже глубоко в лес. Ладно, я возвращаюсь. Но мне нужен камень. Руками здесь добыть ничего нельзя. О. Кроличья норка. Нора. Как вам будет угодно. Где мне взять камень? Тоже знал, что я это... О, вижу камень. Вижу камешек. Три, да, вроде бы надо. Вроде бы... Да, блин, какой тап. Да, три. А, потом берешь, переносишь. Как, это все сложно. Так, это уже не эти. Давайте, может быть, другую пальмочку. Ой, камешек, смотри-ка. А я... Еще один. А я бегал, искал вас. Пацаны, ну вы чё, вы не могли крикнуть? Макс, я здесь. Подойди, пожалуйста. Возьми меня с собой. Положи меня в карман. Отлично. Наконец-то кокос собрался. Веревку, да, надо сделать?
Вроде бы это переводится как веревка. Так, дети, кустики. Кустики, кустики. Кустики, где они, кустики? Вижу кустики, отлично. И это я одну собрал, только надо три. Камешек, замечательно. Может быть, скоро топор сделаем. Крафт, материалс. Нет, подожди, а что мне надо сделать? Стопе. Роп — это веревка. Роп — это веревка. Это я знаю. Крафт. Ништяк. Сделайте каменный топор. Блин, ну надеюсь, что у меня хватит на каменный топор. Нет, мне не хватит. У меня 3 из 5. Мне надо где-то еще искать. А, кстати, я могу бить? Могу я бить камни? Камни бить я не могу. Но я вижу, что он лежит здесь у меня. Мне нужен еще один. Еще один, пожалуйста, камешек. Может, такое можно пить? Нет? Да, уберись. Не, ну серьезно, найти камни в этой игре. На берегу должно быть... О, вижу. Очень много камней, но их нету. Все, наконец-то могу сделать себе... Так, подожди, мне хаммер надо сделать или что? Stone Axe. Топор, 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 топор. Вот такой. 5. Все хватает. Плеер. Сюдынки. Побейте пальмы. Хорошо. Правильно я делаю, да? Ох ты ж, блин, как много всего. Сделайте Ой, камешек берем. Базовый шелтер. Шелтер базовый. Крафт. Это фундамент. А, вот. Угу. Мне хватает. Отлично. Доста, зачем ты бьешь его? Все, как там крафтить, я забыл. Билд. Сейчас сделаем себе домик маленький. Палаточка. Hey! Что? Ты кто? Yeah. Ты охренел, что ли? Охреневший, ты чё? Ты сдох? Он валялся и дрался, просто валялся и дрался. Да я всё задефитил его уже. Чё у тебя есть? Ништячки твои я заберу. Спасибо большое. Можно тебя разделать там как-нибудь? Мясо из тебя там добыть. Не, давай ножом. Видимо, нет. Видимо, нельзя. Что мне надо теперь? Поспите до утра. Как тут? Морнинг. Морнинг. Нет, нельзя. Когда утро-то? А сколько времени надо было посмотреть? И тогда бы мы... Тогда бы мы точно все узнали. Какие-то смс-ки приходят. Что такое? Airdrop? Да, в натуре airdrop. Я побежал. Я хочу его взять. Я прямо сейчас до него добегу и закончу на этом игру, походу. Если... Чё так темно стало сразу? Я ж потом не найду его просто. Чё у меня стамина не тратится? А, ну в принципе его видно издалека. Но я, правда, ничего другое не вижу. Капец, ты за речкой, что ли, там?
Надеюсь, крокодилы тут не водятся никакие. Кстати, домик у меня подсвечивается, да? Я тут вылезу? Я тут не вылезу. А, я вылезу. Ни хрена не видно. Можно все взять. Вот особенно пистолет, патроны. Блять! Кто-то бьет меня! Где ты? Кто ты? Или что это было? Да уберись ты. Что-то... Во, вижу, вижу. Ну я как вижу? Не вижу, конечно, ни хрена. Но я попадаю по нему. Ах ты, заключенный. Ах ты, ублюдок, мать твою. Иди сюда. Все. Да, я понимаю, что у меня полный инвентарь. Ни хрена не видно просто. Так. Это что? Выкинь. Брось как? Как это выкинуть? А, там осталось что-то допить, что ли? Дринкин. Пьем. Бандажимся. В смысле ты съел? Ты повязку съел, дурачок, что ли? Это что такое? Еда. Едим. Во. Ништяк, это что такое? Пустая банка. А что мне вот с этим можно сделать? Я могу сделать себе факел. Фак. Фак, фак, факел. Ладно, давай сделаем тогда костер. Крафт. Камней не хватает, серьезно. Да, серьезно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Там база. Тут где-то еще, я же не все собрал. Кстати, давай пистолет возьмем, посмотрим, как это вообще выглядит. А, как мне заряжать? Надо? Троечка. Ноль патронов. Заряжай. 15 патронов. Отлично. Все, я освободился. У меня место прям. Место прям освободилось. Где-то тут чувак лежит, а я уже не найду его сейчас, да? Ладно, хер с ним. Короче, бежим на базу. Хотя смысл. Зато у меня есть пистолет. Камень. Хорош. Не знаю, в чем смысл игры. Но в чем там он есть, точно. Надо, короче, добежать до базы быстренько и лечь спать. О, сейчас стамина начала тратиться. До этого я почему-то бежал, и стамина не тратилась. Почему так? Неизвестно. Только один разработчик знает об этом. Блин, ну... Скоро надо будет заканчивать эту игру. Игра очередная, выживалка, которых миллион, на самом деле. Качественных из них штук 5, наверное. Все остальное... Полная бредятина. И, ну, вот это вот пока выглядит как бредятина полная. Так, где дом? Куда он сейчас с моего локатора? Серьезно? Я просто ни хрена не вижу. Меня еще отсвечивает немножко. А можно яркость выкрутить? Где тут? Графика. Нету, да? Понял. Понял тебя, игра. Хоть какие-то очертания бы увидеть своего дома. Я бы в нем лег спать до утра, и там бы уже попрощались мы. Ну, походу, так придется прощаться. Будем смотреть на небо. На эти пальмочки. Ну, в общем, как я уже сказал, игра, ну, совсем сырая. Если, конечно же, я не играл в ранней версии, там, 7-Day, и не играл в ранней версии Rust'а. Может быть, они были такими же ужасными сырыми и совершенно неинтересны. Тут NPC какие-то. В Rust'е тоже раньше, в принципе, были NPC. Да и сейчас, кстати, добавили опять. В общем, не знаю, если будет меняться, то будет прикольно. Если нет, то это помойка, это фигня. Не советую, пока что нет.
Думаю, не надо, не стоит. И на этом будем заканчивать. С вами был Максим, канал GG Family. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Все, ребятушки, всем пока, до новых встреч. Пока-пока.